высоко протекает река, по которой плывут облака. Каждый вечер отходит паром, но себя я не вижу на нем. Я сижу на поляне, я пятно среди белых акаций, я жду Мамаду, Мамаду. Я сижу на поляне, я пятно среди белых акаций, я жду Мамаду. За рекой заливные луга, где ничья не ступала нога. Мамаду, поскорей прилетай, отнеси меня в солнечный край. Я сижу на поляне, я пятно среди белых акаций, я жду Мамаду, Мамаду. Я сижу на поляне, я пятно среди белых акаций, я жду Мамаду, Мамаду. Всем привет! У нас что-то с погодой не лады. Зарядили дожди. И вот вчера дяденька, ну вот этот по телевизору, там с шарфиком на шее, говорит, что сегодня один солнечный день. Температура планируется 27. Не смогли мы удержаться. Сейчас встреча с своим приятелем. Пойдем полазим, посмотрим, как козлы поживают. Охота на самца-косули на гону. Интересная, динамичная, ну и в какой-то мере пока еще доступная. Каждый год с нетерпением жду ее. Самцы-косули первыми из копытных начинают свои брачные турниры. На чем, кстати, и попадаются. Все беды от женщин. Охота эта несложная, особенно при достаточном количестве животных в угодьях. В местах, где охотимся мы, плотность косули невелика, отчего наши суточные пробеги пугают даже продвинутых туристов. 30 км в день, это проходится на раз, не перестаю удивляться себе. Предложи мне сходить в шаговой доступности там куда-то на футбол, в кино, митинг. Найдут тысячи оправданий, конечно же, не пойду. Здесь же шлепаешь и шлепаешь по траве, а нахлобучивает только вечером. Местные охотникам попроще, они дома, ну а нам приходится ножками. Но скажу вам так, немного людей из местных практикуют эту охоту. Обычно у них не хватает терпения, им проще, ну и это оправдано, конечно же, сесть в местах выхода зверя, там, переходов каких-то и отстрелять свой трофей. Оптимальный состав на этой охоте, я думаю, 2 человека. Я ходил разными составами. Иногда собиралось до 5 человек группы, и мы шли цепью в атаку. Но 2 человека – это, мне кажется, то, что надо. Поля, луга, открытое пространство. Встаете спина к спине, встаете, замираете, как памятники, башнями не крутите. Каждый осматривает движением глаз свой сектор 180 градусов. А на двоих вы полностью перекрываете 360. Алло, гараж, что там с музыкой-то? В этот раз нам не повезло с погодой. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. И всего один солнечный день. Но вот, кстати, здесь вот тоже это было очень показательно. Чего только не напишут знатоки. Только утро и вечер. Только в звенящей тишине. Ерунда все это. Иногда, как в нашем случае, ветер помогает. Ну, во-первых, он гасит вашу фальшь от манка. Не надо себя чувствовать супер пересмешником.
Конечно, вы не обманываете круг радиусом там, 600 метров, как в звенящей тишине. Но если умело пользоваться знанием местности, то все возможно. Один из основных вопросов. Сколько манить на одном месте? Мы так и не пришли к однозначному решению. Ну, наверное, так. Если вы молоды и нетерпеливы, 10-15 минут и скачите дальше. Так вы обманываете большую территорию. Если вы боец в возрасте, то можно и часок на одном месте попищать. Нередки случаи выхода зверя на 30-й, 40-й, а то и 50-й минуте. В общем, когда козлики не идут на манок, мы грешим и ругаемся друг с другом, мол, мало стоим на одном месте. Ну, в общем, выбирайте темп сами. По манкам манят все. Если есть слух, духовые манки – это песня. Если слуха нет – бутало и вперед. Бутало проверен уже годами, отлично работает. Во время этой охоты проходишь удивительные по красоте места. Голова чистая, все куда-то улетучивается. Про болячки забываешь, про телефон забываешь. Но оторваться невозможно. И если ты упорен, настойчив и последователен, то награда не заставит себя ждать. Хотя бы в такой форме. Ну что, а мы вас маним. Что же вы такие? Что же вы делаете-то, а? Глупые эндры бегают на манок, идут, реагируют. Мамка, видно, в загуле. Они и побежали. Умышленно пропускаю кадры с оружием. Оно вторично, оно может быть любым. Что действительно важно, гонка сули совпадает с высыпками грибников. Будьте предельно осторожны. Один просчет, и уже вы будете редким козлом. Пошел. У нас подранок отбежал в такую чепуху, кровит, крови достаточно. Сейчас поехали с собакенами, думаю, это дело времени. Пока парни там ковыряются, пошел дальше прогуляться. Вот такое неоднозначное кино получилось. Но переделывать уже ничего не буду. Начали за здравие, кончили за упокой. Но это и есть охота. Подранок – это полбеды. Только у тех, кто не ходит на охоту, нет подранков. Беда – это когда он не найден. Вы уже не вспомните своего 10-го кабана. А подранков будете помнить абсолютно всех. Это и будет вашим наказанием. Как я и говорил, добрать с собаками подранка не составило труда. Законный вопрос – почему не показана работа собак? Парни, я вам так скажу, работу хороших собак, да и вообще хороших собак, по монитору не показывают. Их и на выставке-то редко водят. Владелец собак вроде бы как и не против был, но я увидел то, что он не особо этого хочет, поэтому все, табу. Что еще? Вот такой вот седой старикан у нас, неправильные рога. А вот сейчас покажу ногу, по-моему, она была в петле. Что еще-то у нас? Гон 2019 начался. Видишь? Петля или катка? Петля или катка?